Насос Спирония RXM-4.4. Его основное предназначение – повышение давления в системах водоснабжения. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, как и вал, ротор и рабочие колеса. Кожух двигателя и диффузор также из нержавейки. Всасывающий патрубок и суппорт двигателя выполнен из чугуна, а механическое торцевое уплотнение из графита и керамики. В насосе установлены двухполюсные электродвигатели асинхронного типа с удлиненным валом. Все рабочие колеса насоса располагаются друг за другом в последовательном порядке, благодаря чему достигается нарастающее увеличение давления с каждым последующим рабочим колесом. Имеется встроенная система защиты от перегрузок и перегрева, а также от скачков напряжения в электросети. Страна-производитель – Италия. Далее представлен график и технические характеристики всей линейки насосов RXM.